До главного праздника лета в Бурятии остались считанные дни. Сульхарман начинается 8 июля. На территории Янгаджинского Дацана развернутся конные скачки. Там же впервые в программу включат мужское троеборье. Туда входят Бухэ-Барилдан, Сульхарман и Мори-Урилдан. Зрителям до Янгаджинского Дацана в этот день можно будет уехать на общественном транспорте маршрута номер 130. Не менее зрелищная программа ждет зрителей его второй день, 9 июля, на центральном стадионе. Всеми любимые виды спорта – стрельба из лука, разбивание хребтовой кости, национальная борьба и масса традиционных игр. Не стоит забывать и об обширной культурной программе.